Дорогая церковь, дорогие друзья, мир вам. Что произойдет, если великий художник знаменитый, который пишет картину? Кстати, картины сколько пишутся? Час, два, хорошие шедевры, сколько нужно их писать? неделями, месяцами, да, то есть человек э, вкладывает туда очень много. И вот теперь представьте себе, ребенок три э, годика смотрит на все это, ему кажется, что там мой типа папа так занимается, у меня кисточка, я ему сейчас быстро помогу. Папе нет, он берет кисточку и быстро там старается дорисовать. И, возможно, он будет смотреть, и вот скажет, я тоже окунал ну, кисточку, я тоже там что-то делал. И на его, на его взгляд он скажет, папа, посмотри, как я тебе помог. Кто-нибудь из вас представляет, что это не будет классным шедевром, если трехлетний ребенок начнет... Помогать великому художнику. Что происходит, когда мы хотим помочь Богу? Я думаю, что-то что похожее, когда нам кажется, но ну, Бог является самым великим и прекрасным художником. И когда человек берет, и, кстати, Он пишет: беря э, нас э, в свою руку и начинает историю каждого человека писать. И когда мы, говорим, Господь, ну как-то все это долго, мне не нравится Твой пейзаж, я бы хотел сам вот взять в свои руки и написать сюжет своей жизни. И мы рассмотрим сейчас одну библейскую историю, когда человеку так сильно хотелось помочь Богу. К чему это приводит? Кстати, кому из вас трудно ждать? Есть такие, да. И когда трудно ждать, у нас есть особое искушение помочь, ну как бы, ну решить вопрос. Ну сколько можно ждать? Надо решать, ну логично или нет. Вот. И ä, давайте посмотрим. Значит, вот как: Бог пообещал Аврааму потомство. Мы читаем, когда ему было 75 лет, бытие, 12 глава, 7 стих. И явился Господь Аврааму и сказал: Потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Потомство твоему подразумевает, что я тебе дам дитя. То есть невозможно без сына, без потом, ну, иметь потомство. То есть Бог ему четко говорит: Аврааму 75 лет проходит какое-то время. И мы читаем уже в Бытие 15 глава с 1 по 6 стих. Явился, значит, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, владыка, Господи, что ты дашь мне? я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – это Илиазер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господне к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сочтай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это еще раз, где Бог подтверждает завет или обещание конкретно, то есть Бог является ему и говорит. Авраам, я не забыл мое обещание: тебе нужно просто ждать. Но ждать, как мы уже сказали, не всегда легко. Если, например, ждать. В зависимости от того, что мы ждем, да, и сколько. А, вот время как раз оно делает или обостряет наши чувства. Ну, если бы сказали там, ну, подожди месяц, два ребенка, ну, понятно, что здесь. Здесь можно без напряга. Если проходят годы, то ты понимаешь, о, так это не так просто. И теперь, конечно же, Авраам делился с кем? С Сарой, логично, это его жена, от кого дети должны от Сары, то есть совместно быть. Конечно, он делился об этом с Сарой. И Сара, она также с таким же огромным желанием ожидала ребенка. Теперь, в чем как бы проблема? Проблема, что время работало не на них, а против них. То есть, если, например, рыбак рыбачит, чем больше времени, тем больше шансов у него что? Поймать рыбу, логично. Ну, это всегда так. Если на озеро кто-то придет на час, у него шанса меньше, чем тот, кто просидит сутки, 24 часа. У Авраама с Сарой все наоборот. То есть, чем больше они ждут, тем меньше физически шансов что ребенок вообще может родиться. И годы, то есть время идет против них. Теперь Сара все это просчитала. Прошло примерно 12 лет. Сара, кстати, была на 10 лет моложе Авраама. Теперь проходит время, а ребенка нету. И она понимает, что нужно действовать. И мы читаем 16 глава, Бытие 16 глава. Но Сара, жена Авраама, не рожала ему, то есть Аврааму. У ней была служанка египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, и я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. Вопрос: Разве Бог дал этот совет Саре? Конечно, нет. Но смотрите, ее сильные желания, а желание а, иметь детей, привели ее к такой идее. И она решила помочь Богу, просто как бы сократить время ожидания. Это же логично или нет? Бог не действует? Ну давай я в руки в свои возьму дело. Потому что если я еще буду ждать, ну тогда уже точно ничего не будет. Тогда и даже, даже вот моя последняя идея и то она провалится, потому что даже моя э, рабыня и то станет старой. И теперь вопрос, бывает ли в нашей жизни, когда мы знаем, что нужно ждать, а ждать не хочется? Ты говоришь все. Господь все. Я, я ждал, я молился. Теперь я беру ситуацию в свои руки. Может такое быть? Бывает? Теперь я буду спасать детей. Я уже давно молился за супруга. Верующего нету. Интернет полный. И я сам разберусь, Господь. Теперь сайтов много, и я выберу. Может такое быть? Вполне. Это реальность жизни, когда человек говорит, я знаю. Теперь, смотрите, я знаю, как можно решить вопрос. Если бы Сара начала молиться к Богу в этот момент, Господи, вопрос не решается. Что бы она могла услышать? Да, ответ. Подожди обещание еще есть бог не забрал обещание а если бы она сегодня вот человек которому ждет он молится если бы он пошел сегодня к пастору к священнику и сказал и некоторые и я под, очень сильно под, подозреваю ну не подозреваю может догадываюсь, что вот когда если кто-то пойдет к славику к андрею вот как решить этот вот вопрос? И может быть ты даже уже знаешь, что пастор скажет подожди. И ты, а, а ты не хочешь ждать. И поэтому Сара уже не идет к Богу. Ну, она бы могла спросить: Господь, ну смотри, вот ты дал э, мужу обетование, мы ждем, что нам делать? Она не идет этим путем. Смотрите, когда у человека есть сильные желания, он же хочет достичь их когда? Сейчас, лучше еще вчера. И теперь именно с таким настроем человек идет, достигая своих желаний. Теперь, смотрите, как Сара видит Агарь. А Я так написал ты нужен мне для моего счастья. Что делает Сара? Третий и четвертый стих. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Хананейской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала, увидев же, что зачала она, стала презирать госпожу свою. Теперь, вот просто вдумайтесь в эту историю и постарайтесь не превозносить, не идеализировать людей, которые как бы, ну, поставлены в пример. Авраам, Сара, это такие же грешники, которые имеют свои цели, свои стремления, свои желания. Теперь смотрите, о ком думала Сара, когда сделала такое предложение Агаре? О, о чем счастье она думала? О своем. В погоне за своим счастьем человек готов сделать любого человека несчастным. Что Сара видела в своей служанке Агаре? У Агари есть то, что у меня нету. У нее есть чрево, которое может произвести ребенка, а мое нет. Теперь, Сара, ну как ты себе представляешь? Вот она родит, она же мать. Ну как, ты заберешь ребенка? Скажешь, ну она родила, ну ничего, твои чувства, это мой ребенок. То есть, когда человек хочет достигнуть своей цели, сколько он заботится о счастье ближним? Очень мало, ноль. Человек, который сильно чего-то желает, он, кроме себя, не способен видеть ничего другого. Я хочу пользоваться твоими услугами, то, что ты можешь дать мне, то, что ты имеешь, но ты как личность меня не интересуешь. Понимаете? То есть человеческий потребительский взгляд может смотреть на другого и видеть ресурсы в другом и сказать, слушай, вот, вот бы мне вот это, что другой имеет, но ты как личность, ну, мне не сильно интересно. А почему это так? Потому что желание, чтобы другой сделает твою жизнь счастливой, они очень сильны здесь. И Сара смотрит именно такими глазами. Да, 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 она госпожа, госпожа я понимаю, но все же а, 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 Агарь человек. И вот здесь, когда человек, смотрите, когда человек хочет свои желания сильно удовлетворить, конечно же, он не думает о ближнем. Кстати, может такое произойти в обыденной жизни, когда человек смотрит на другого с интересом, ну, например, парень может смотреть на девушку, ну девушка так себе, но родители у нее богатые, там может что-то перепасть, можно можно жениться, там хороший кусок денег будет, а девушка может смотреть так, ну парень не совсем зрачный, но зато у него есть стабильная работа, у него там тоже хорошо так светит и э, девушка может подумать так ну два раза в год отпуск обеспечен э, неплохая машина дом да он не очень конечно может там с характером но в принципе неплохо и человек может смотреть на то что другой имеет но человека как личность может не интересовать другой а кстати а родить а дети могут иногда там по отношению к родителям там так относиться ну например звонить когда нужны деньги или помощь а в принципе так очень редко может такое быть то есть услуги мне твои интересны но как бы ну, с тобой время проводить не очень. И это взгляд эгоистический. Ты нужен мне, ты для моего счастья можешь покрутиться вокруг меня. одно очень важное предложение, которое мы должны запомнить. Никто не собирается жить ради тебя. То есть, ну, ради меня. Никто. Ты скажешь, и даже жена, и даже муж. Нет. Если ты так думаешь, что ты попал. Откуда мы знаем? Желание, смотрите, теперь Значит, Сара идет на этот шаг. Желание решить властью не работает. Какие инструменты воздействия, воздействия были у Сары на Агаре? Я буду ее притеснять. То есть я законом ее буду сейчас давить. То есть она стала ее пренебрегать. Ах ты так! Я тебе сейчас покажу. И мы читаем 5, 6, 7 стих. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел, Господень, у источника воды в пустыне и у источника на дороге к Суру. Теперь, что происходит с человеком, которого начинают притеснять? То есть властью. «Если ты мне не почнишься, я тебя властью буду брать». Что происходит с сердцем такого человека? Ну, если, нам, например, на вас начинает наезжать. А что может произойти? Ожесточение. И что произошло с Агарью? Она просто убежала. И здесь мы видим два грешных сердца. То есть вместо того, чтобы выиграть цари или послужить, она начала с законом наезжать. Ну а та просто сказала, слушай, я этого терпеть не буду. Вот. Почему сегодня так много людей похожи на агарь в пустыне? А вот слово без церкви, без работы, без семьи, без дома бездомной, на улице, да? Я сейчас говорю о синдроме Агари. То есть человек мог бы подчиниться, он говорит, ну, я лучше умру, но я не подчинюсь. И Агар решила для себя, я лучше в пустыне буду жить. Слушай, в пустыне, там, там нету, негде переночевать, там тяжело. И Агар решается на это. Лучше я помру в пустыне, чем я подчинюсь. Лучше я останусь на улице без крова. Вы знаете, сколько в Кельне и в Германии сегодня бездомных? Не потому, что негде переночевать. Они даже знают, где переночевать, но там есть правила. Вот столько надо зайти, во столько уйти, то нельзя, то можно. И эти люди говорят, лучше я на улице буду мерзнуть, но я не подчинюсь. Синдром Агария. А кому-то в семье, дети. Почему дети так быстро уходят здесь, в Германии, из дома? А родители, есть какие-то границы. И дети говорят, я, я лучше останусь, я лучше уйду. То есть лучше я где-то сам буду, лучше мне плохо будет, но я не подчинюсь. Это синдром вот этот Агари. Решение для Агари. Теперь... Бог говорит, то есть это не оправдывает ни Сару, у каждого свое сердце. Сара достигает своих целей. Ты нужен мне для моего счастья. Ага говорит, я не собираюсь жить для тебя. У Агари свое восстание. И Бог работает над сердцами. И здесь над сердцем Агари. Решение для Агари. Бог ищет встречу с Агари. Агарию. И сказал ей, то есть ангел, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Вот все на лицо. Я от нее убегаю, мне с ней не по пути. Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. Почему Бог не предлагает Агаре отделиться от цары? Это же было бы легче. Сказать, слушай, ну для ангела же не проблема там построить какой-то еще там шалаш, палатку. Сказать, лучше все, она тебя достает, все отдели. В чем проблема Агаре? Если поменять обстоятельства, что поменяется? Если обстоятельства, то есть смягчить, поменяется ли сердце? Нет. Оно будет дальше в восстании жить. И поэтому ангел, а вы знаете, такое самое благословенное средство, то, что Богу благоприятно, и Бог в Библии во многих местах говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он говорит ей, тебе нужно смириться, пойти туда. Почему? некоторым так тяжело верующим в церкви ходить. Я знаю многих невер... верующих людей, когда я спрашиваю, ты где? Он говорит, да, я не в церкви, я в Бога верю. А почему не в церкви? А потому что в каждой церкви есть свой, ну, семейный порядок, устой. И человек не хочет подчиниться. Человеку тяжело, он говорит, а что я буду там подчиняться? Там свои правила, я, я сам себе божок. Кстати, из Украины много приехало, кто-то осел в церкви, слава Богу, а кто-то бродит, так и не может осесть, потому что и там надо, и там надо ответственность. Да я так буду, я знаете, сегодня там, завтра там, везде по чуть-чуть. Спроса нету. безработный. Почему? Да ты не знаешь моего шефа. Знаешь, он какой суровый. Поэтому кто-то по пять работ меняет, все еще безработный. Ты не знаешь моего шефа. Так может не шефа, а может сердцем нужно смириться. И тогда не будешь работы терять. Или безбрачный. Как много я уже после разводов говорил с людьми, которые говорили, зачем я так надо было смириться? Это лучше бы было. Зачем я... Кто меня тянул за язык? Смирение является решением проблемы. Я не знаю, где ты сегодня находишься, и я не знаю, как ты твой выход видишь вообще. И некоторые, некоторые люди видят именно вот Бог должен поменять обстоятельства людей. Для для Агари очень ясно было, если Сара не поменяется, я туда никогда не пойду. А Бог Агари говорит, нет, ты хочешь благословения? Вернись, смирись. Кстати, он не сказал, ангел не сказал, Сара будет мягче или лучше. Это другая сторона. У Сары другие вопросы. Для Агари важно смирение. Почему так важно для нас сегодня вот эти темы? Смотрите, когда человек хочет помогать Богу, то, что сделала Сара, это всегда кончается плохо. То есть потом рождается Измаил, который будет по жизни мешать. Пару глав дальше. Не, мы еще в этой главе. Агар родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сына своему рожденному от Агари Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. То есть здесь рождение Измаила. прошло примерно половина времени, то есть 86 лет. 75 до 86 – это 11 лет. В 100 лет родит Авраам Исаака. Мы читаем, через 25 лет Бог исполнил свое обещание. Это 21 глава Бытия, 1 и по 3 стих. «И презрел Господь Насару, как сказал и сделал Господь Саре, как говорил, Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сына своему родившимся у него, которого родила ему Сара Исаака. Бог не нуждается в помощи, Он исполнит свои обещания. Когда Бог пишет с тобой картину жизни, а Он с каждым пишет из нас, Он не нуждается в помощи твоей, чтобы ты взял кисточку в свои руки и начал рисовать. По этим рисункам, когда мы схватим, родится всегда Измаил, который в конце концов уйдет. У Бога есть для тебя Исаак. То есть то, что Бог пообещал, Он никогда не оставит. Вопрос, готов ли я ждать? Я еще раз хочу сказать, я не знаю, на каком пути ты сейчас, где тебе, что нужно ждать, не бежать. Это вопрос квартиры, вопрос работы, вопрос переезда, вопрос супружества, много вещей, где Бог говорит, подожди, я еще не ответил, молись. И так важно доверить Богу, что Он нарисует в твоей жизни вовремя. И ты потом скажешь, Господи, как здорово это ты сделал в моей жизни. И там, где ты хватаешься, обычно мы портим картины. Я портил в своей жизни спешкой. Потом больно было, потом каялся. Но когда Бог берет твою судьбу, твою, мою судьбу, это получается прекрасный шедевр. Рожденный Исаак потому что он обещан Богом. Я желаю в твоей жизни, чтобы ты учился ждать, ждать и смиряться. Мы сейчас будем молиться, и у нас есть возможность, может быть, Бог тебе говорит, где тебе нужно ждать, чтобы ты просил, Боже, дай мне не спешить, не брать в руки свои, скачить, я добьюсь. Ты можешь добиться, но это не будет благословением. Аминь.